уже наработанное мнение арбитражного суда. А тем, чтобы устранить неопределенность судебной деятельности по применению законодательства. Сказать, что рассмотрено более 15 миллионов только гражданских дел. Вы наверняка слышите и критику, мы все это понимаем, без нее невозможно жить, да, но я уверен в фундаментальных основах нашей судебной системы. И мне кажется, что вот этот шаг по объединению двух судов должен послужить на дело улучшения судебной практики, тому, чтобы граждане Российской Федерации чувствовали, что есть инстанция, которая действительно защищает их права.